Сперва в кино появился звук, и вот уже два наших органа чувств были отданы кинопросмотру. Затем вытянулась по ширине рамка кадра, больше соответствуя устройству нашего взгляда. Экран стал соответствовать нашему полю зрения, от него стало трудно отвернуться. В 1970-е годы этим стали пользоваться режиссеры хорроров, и тогда стало окончательно ясно, этот мрак не очень-то похож на укрытие. Позднее теоретики кино много рассуждали о том, что на кинопросмотр мы реагируем всем телом. Ёрзаем на краешке сиденья, чувствуем, как мурашки бегут по спине, заслоняем обзор ладонью, когда особенно страшно. Во мраке кинозала мы оказываемся во власти фильма. Границы кадра становятся зыбкими, мы ныряем внутрь и уже не можем вырваться. В жизни бывает красная, а бывает темно-зеленая полоса. Сценарий фильма «Кошмар на улице Вязов» Уэс Крейвен писал, оставшись без средств к существованию. От него отказались все студии мейджора. Отказ от Universal Крейвен позднее даже повесил в рамку у себя дома. В итоге зеленый свет проекту дала молодая студия New Line Cinema. Когда Фредди прогремел в прокате, к студии прилип ярлык «Дом, который построил Фредди». На сценарий Крейвена вдохновил реальный случай. В 1970-е сразу несколько беженцев из Камбоджи умерли в США во время сна. Было известно, что все они страдали кошмарами. Одним из погибших был ребенок, родители ничем не смогли ему помочь. Имя Фредди Крюгер Уэс Крейвен взял из детства, так звали школьного задиру, донимавшего его несколько классов. А внешность тоже взял из памяти. Вспомнив, как однажды десятилетним столкнулся взглядом с бездомным человеком. Культовые монстры 70-х-80-х ходили в масках, как кожаное лицо, как Майк Майерс, как Джейсон. Уэс Крейвен хотел, чтобы Фредди мог корчить рожи и разговаривать, поэтому его маской стали ожоги и увечья. Героем массовой культуры Крюгера сделал актер Роберт Ингланд, вообще-то шекспировский актер с историей работы на театральной сцене. Тогда он только-только закончил сниматься на ТВ в роли миловидного кудрявого инопланетянина. И на роль Фредди согласился просто, чтобы заполнить паузу в съемочном расписании. Больше миловидных кудрявых инопланетян Ингланд уже не играл. В итоге маска Крюгера пристала к нему на несколько десятилетий. Особенно актера восхищало то, что он стал пользоваться успехом у молодых женщин. Сегодня трудно представить себе Фредди Крюгера без Роберта Ингланда, но тогда, в 84-м, Крейвен не сразу понял, что ему для этой роли требуется настоящий актер. «Кошмар» снимался на медные деньги, и ради удобства Уэс Крейвен решил позвать на роль простого каскадера. Каскадер выглядел совсем неубедительно. Кстати, эту же ошибку допустили и на съемках второй части фильма. Ингланда поначалу не позвали, решили обойтись просто каким-то статистом. Статист, по воспоминанию авторов, выглядел вяло и неубедительно и передвигался как чудовище Франкенштейна. Так Ингланда вернули и подобной ерундой уже больше не занимались. В «Кошмаре на улице Вязов» не было звезд, разве что родителей Нэнси сыграли в меру известные актеры того времени. Но одно знаменитое имя вы все-таки встретите в титрах – это Джонни Депп, для которого «Кошмар на улице Вязов» стал дебютом в кино. Существует две версии того, как Депп попал в этот фильм. Согласно первой, он просто сопровождал на пробы друга. Друга не взяли, а вот Деппа неожиданно пригласили. Согласно второй, Уэс Крейвен показал его фотографию и фотографию еще нескольких молодых парней дочери, и та сразу выбрала Деппа, втрескалась в него и сказала, он выглядит как во сне. Уэс Крейвен считал, что он выглядит как человек, нуждающийся в ванне.
Он описывал его как сального, бледного, болезненного, а пальцы Джонни Деппа были желтыми от того, что он постоянно курил сигареты без фильтра. Ну как откажешь собственной дочери? Депп даже на роль не подходил. По сюжету парень Нэнси был атлетом, он был футболистом. Депп, конечно же, не производил такого впечатления, и следы этого несоответствия остались в итоговом фильме. «Кошмар на улице Вязов» вообще помог открыть немало интересных людей. Первую свою роль в кино сыграла здесь Патриция Аркетт в третьей части, а написал эту третью часть Фрэнк Дарабонт, будущий автор «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Помните, как Уэс Крейвен повесил отказ студии Universal в своем доме? Этот дом тоже построил Фредди. В классической теории кино зал нередко сравнивали с укрытием. Ты оказывался в темноте и становился невидимкой, растворяющимся в акте созерцания. Смотрел фильм из безопасного мрака, из безопасной дистанции. Но не была ли эта безопасность мнимой? Приятного вам просмотра!